умопомрачительный результат в виде вафель с сердечками. Смотри, какой он получился у нас чудесный. Выглядит очень даже симпатично, при том, что я не любитель брокколи. По-моему, хорошо. Замечательно. Приветствуем вас на канале Посуда Март. У нас все, что вы хотели узнать о посуде, новинки, тренды и новые технологии. Сегодня я позвала в студию к нам на завтрак Дмитрия Маханика, эксперта в области бытовой техники компании Comfort Max. Дима, скажи мне для начала, завтракаешь ли ты в принципе? Доброе утро, Елен. Да, завтракаю, когда у меня на это хватает времени, но в большинстве случаев времени на это у меня недостаточно, так как даже элементарно отварить яйца или сделать овощи на пару занимает довольно-таки большое количество времени. Но благодаря этим приборам, в принципе, я успеваю. Мы с утра выполняем определенные действия. Душ, пробежка, кто-то кормит и гуляет домашних животных. Обязательно нужно заскочить одним глазком в Инстаграм или в Фейсбук, посмотреть новости. И вот, пока я одним глазком в душ бегаю, гуляю, мои помощники такие, знаешь, маленькие гаджеты, бегают по дому и все делают. Я бы хотела вам озвучить сегодняшнее меню. Итак, мы приготовим сегодня яйца, степень есть прожарки, а у нас с тобой степень проварки. Да, мы определим с тобой по ходу работы. Мы приготовим морковь и брокколи на пару. Я приготовлю домашний йогурт и испеку венские вафли. И в этом во всем сегодня нам помогут яйцеварка Касса ЕД-10, вафельница Вилфа 623 Белл и йогуртница Роммельсбахер GG80. Ну что, начинаем? Да, давай начнем. Ну смотри, яйца у нас быстро приготовятся, поэтому я предлагаю акцентировать сейчас внимание на йогуртнице, потому что мне ее нужно только заложить продуктами и убрать на задний план, выставить время и ждать, когда йогурт приготовится. В принципе, она даже сама мне об этом скажет. Мы решили не делать порционный йогурт, который тоже можно приготовить, а сделать просто общим количеством на одну большую емкость. Скажу честно, это не просто йогуртница, в ней еще можно приготовить творожный сыр. Итак, у меня здесь литр молока, я беру йогурт. Это обычный йогурт, желательно, чтобы он был жирненький, 4%, ну и молоко у меня тоже 3,2. Друзья, помните, что когда вы закладываете и начинаете готовить йогурт, температура должна быть комнатной и у молока, и у йогурта. Но... Дима, вообще у Роммельсбахера это вот основной продукт йогуртницы или... У Роммельсбахера на самом деле на сегодняшний день довольно-таки широкая линейка бытовой техники именно кухонной, начиная от йогуртниц, вакууматоров, да и в принципе вафельницы у них имеются как таковые неплохие, но вафельницы мы сделали акцент на бренд Вилфа. Поэтому йогуртница Роммельсбахер на сегодняшний день – это топ продаж среди йогуртниц как таковых. По причине имеется как таковой таймер, который отслеживает и, в принципе, освобождает вам руки для других каких-то вещей, да, помимо готовки. Не нужно стоять дежурить около нее или я что-то. Я тебе больше хочу сказать, ее трогать нельзя, когда ферментация идет, когда ты передвигаешь с места на место, йогурт не получится. Ты абсолютно права. Друзья, я просто сделала нашу... как сказать, массу однородную. То есть я перемешала молоко и йогурт. Все. А еще расскажу об особенности крышки. Она такая веселенькая, с мишкой Тедди. Значит, сначала вы открываете клапан, закрываете крышку и закрываете клапан. Что это дает? Вы можете не бояться доставать и убирать нашу емкость с будущим йогуртом в йогуртницу и не бояться, что крышка соскочит. Важный момент. Верхний колпак должен быть закрыт плотно. Друзья, ну что, поскольку я готовлю йогурт, у меня идет первая программа, и на 8 часов я включила. Дим, я тебя, конечно, обманула, я уже приготовила йогурт, ночью он у меня стоял, потому что все-таки история 8-часовая. Но опять же быстрая. Я собралась спать, закинула все в йогуртницу и пошла спать. И а утром встала, и домашний йогурт у меня есть. Да? Аккуратно, пока она еще не начала ферментироваться, я ее уберу.
йогурт у меня стоит, начинай готовить яйца. А я тебе пока, ну, например, я не знаю, почищу морковку. Хочешь? А давай, конечно. Тогда вот, пожалуйста, тебе яйца. И у меня, кстати, вафельница уже разогревается. Вообще, как ты считаешь, яйца полезный продукт на завтрак? Вообще, завтрак это, наверное, один из самых важнейших приемов пищи в течение дня. Ну да, завтрак съешь сам. Да, помнишь про врага вечером? Да, да. Нет, я помню, как говорили, что режим питания нарушать нельзя. Неважно, яйца, тосты, вафли, йогурт – это в первую очередь очень питательный завтрак, во вторую – он довольно-таки полезный, да, то есть все, что мы здесь используем – это правильное питание, в принципе, как таковое. А, кстати, ты знаешь, что недавно диетологи развенчали вот этот миф, что желток вреден, что в нем содержится холестерин? Сейчас считается, друзья, поверьте, что в желтке очень-очень много полезных веществ, я сейчас не буду грузить всех вот этими терминами, я вам хочу сказать, и вот как эксперт, как человек сказать, что, друзья, ешьте по утрам яйца, это очень полезно, и не надо делить белки и желтки. В комплектации идет несколько уровней в яйцеварке непосредственно для приготовления яиц как таковых. Уровень, как вы видите, он немного в решетку, это для приготовления овощей на пару, и вверху, в нем, внутри вы можете увидеть пару контейнеров, это непосредственно уже для овощей. Процесс довольно-таки простой, наша яйцеварка, в принципе, готова к работе. Заливаем воду в емкость, не более мерного стакана, потому что в противном случае мы рискуем тем, что мы испортим прибор. Далее мы ставим сюда емкость для яиц. Внизу стаканчика имеется иголочка. Обязательно нужно яйцо перед этим. Дима, можно глупый вопрос? А зачем яйца протыкают? Очень важно перед тем, как мы готовим яйца, проткнуть их, чтобы оттуда вышел лишний воздух. Сколько яиц мы будем готовить, Лен? Ну, давай. Мы накормим всех? Да, мы накормим всех. У нас яйцеварка вмещает 8 яиц, поэтому давай не будем останавливаться на количестве яиц. У меня, кстати, морковка готова, и я сейчас вот тебе брокколи закончу готовить. Замечательно. Ох, а как бы хорошо было каждое утро, чтобы ко мне Елена приходила, и мы вместе готовили завтраки. Я тебе хочу сказать, что Елена каждое утро может тебе приходить готовить завтрак на YouTube-канале «Посудомарт», включая ролики. Там очень много появилось кулинарных рецептов, и мы и дальше будем готовить. И мы с удовольствием принимаем рецепты от наших подписчиков да? И готовим для них все, что они пожелают. Вот совсем скоро мы будем готовить паназию, как попросил наш подписчик. Яйца у меня, в принципе, готовы. Прекрасно. У меня все готово из овощей. Кружочками предлагаешь, да, сделать? Да, потому что, или дольками, потому что целая морковка сюда в емкость. Хорошо, хорошо. Не поместится просто-напросто. Забирай морковку. Так, давай морковку. Да, возьми прям как тебе надо. А, как угодно. И брокколи вот я тебе подержу. Какой принцип работы, как она все-таки дотягивается до пароварки? В каждом делении есть разъем, чтобы пар доходил до самой верхушки нашего с тобой гастрономического шедевра. Прекрасно. Для тебя. Special for you, Дима. Брокколи. Прошу обратить внимание, что во время того, как мы готовим яйца или овощи, это неважно, дырочки для выхода пара должны быть расположены у вас перед лицом, то есть в спине самого прибора как такового. Мы возвращаем его к работе. Теперь у нас все готово, мы положили овощи на пару и яйца. Непосредственно мы можем варить все это, пропаривать все это вместе. Яйца будут готовы, овощи будут готовы. Про прибор мы можем забыть. Звуковой сигнал нам сообщит о том, что наши продукты готовы, и мы сможем попробовать уже, что сделал этот чудесный аппарат. Давай перейдем к вафлям. Тесто я тоже замесила заранее. Вот вафли – это самое приятное, честно. Да, наверное, поэтому, друзья, рецепт будет. Тесто у меня, видите, какое получилось красивое. Собственно говоря, к вафельнице идет вот такая вот поварюшечка, важная часть. Ну, может быть, кто-то скажет, ну что такое поварюшка и поварюшка? Это мерничек. Это мерничек. Для того, чтобы ваше тесто вот так вот не началось. Все же Мишкину кашу читали в детстве, да? Поэтому, чтобы Мишкиной каши не получилось, нам нужен мерничек. Ну что, давай мы с тобой будем выпекать вафли. Хочу обратить внимание, что вафли наши будут в форме сердечек сегодня. А еще помимо, я хочу обратить внимание, что для меня как хозяйки важно, не только, конечно, сердечки, сердечко вещь хорошая, то, что антипригарное покрытие, и мне не надо дополнительно смазывать никаким маслом. Все у верно. Меня в тесте есть сливочное масло, поэтому я буду сразу наливать. Более того, благодаря антипригарному покрытию, после всего процесса тебе достаточно будет дождаться, пока прибор остынет, и просто протереть его влажной тряпочкой, он будет чистым. То есть это упрощает не только процесс готовки, но и процесс мытья тары после как такового. Ну что, закрываем?
еще и тебе варенье приготовила, и домашний йогурт будет. В общем, завтрак у нас. В общем, от Елены мы голодными не уйдем в любом случае. Никогда в жизни. Нет. Подписывайтесь, ставьте лайки. Да, у нас есть техника, у нас есть посуда. Да у нас все есть для того, чтобы жить с этой жизнью. Вафельница Вилфа – это норвежский бренд, что немного необычно для нашего рынка, потому что все, насколько мне известно, привыкли видеть вафельницы немецких брендов, ну, производство Китай на сегодняшний день, это ни для кого не секрет. Но ты знаешь, насколько в Норвегии любят вафли? Это же практически их национальное блюдо. Это почти их национальное блюдо, да. На сегодняшний день Вилфа один из ведущих брендов по производству именно вафельниц на рынке. Я думаю, сейчас мы все в ближайшее время увидим умопомрачительный результат в виде вафель с сердечками. Смотрите, как они легко достаются. Хоп. Я думаю, еще одну сделаем порцию. Да, все-таки конечно, у нас. Конечно. Сразу же видно, да, то, что мы сняли порцию вафель, и здесь не осталось. Ничего, почти кроме ничего, того, что кроме я того, немножко набезобразничала. Да. Закрывай. Закрываем. Еще знаешь, что мне нравится в этой вафельнице? Я всегда за экономию места на кухне. Эту вафельницу можно вот прям так стоя поставить и прям придвинуть к стенке. Вот ты, кстати, спросила, что у меня там с моими яйцами. Мои яйца готовы. Готовы? Так же, как и овощи на пару. Ого-го-го! Вы все прекрасно слышите звуковой сигнал, который посылает аппарат. Это говорит о том, что процесс приготовления пищи закончен, и мы можем постепенно все это доставать. Вот наши замечательные с вами овощи на пару, которые получились в результате всего лишь 8 минут работы прибора, да? Замечательно. Елена, как ты относишься к овощам на пару, скажи мне? Мы же договорились, морковку я, брокколи ты. Это очень плачевно. Вы можете видеть, морковка готова. Высыпаем ее аккуратненько. Брокколи на пару также готовы. Выглядит очень даже симпатично, при том, что я не любитель брокколи. Мы добрались до самого вкусного, наверное, и интересного. Это наши с вами яички. Сейчас мы проверим, что там с моими вафлями. О, прекрасно, еще чуть-чуть. Оп, и у нас все готово. Дим, ну что, мы с тобой молодцы. Смотри, какой чудесный завтрак мы приготовили. И давай я начну сервировать. Сначала я тебе положу йогурт. Смотри, какой он получился у нас чудесный. Достаточно. Вафли. Они вот так вот прекрасно отделяются друг от дружка. Да, очень даже спокойно. Сейчас сердечки положу. Ну что, положить тебе твою вкуснейшую брокколи? Ну давай, прям я тебе одну штучку положу, ну так, чтобы тоже организм. Эксперимента ради. Да, эксперимента ради. Давай я тебе все-таки. А вафельки давай с вареньем попробуем, конечно. Ну что, пробуем? Конечно. Давай. А что же нам смотреть на это надо? Смотри, от варенья отказался. А йогурт воздушный. Да, как надо. Яйца. Мы сварили сегодня яйца вкрутую, но наша чудесная яйцеварка позволяет и пашот делать. И всмятку. И в мешочек. В общем, наша яйцеварка удовлетворяет любые ваши гастрономические капризы при желании. Ну как? Замечательно. Ну что, переходим к брокколи? Хочу обратить внимание, то, что мы даже не контролировали процесс. Нет, абсолютно. Мы с тобой чудесно проводили яйца время. Я сделал аппарат сам. Все, что нам было необходимо сделать, это залить водички и поставить режим. Все остальное аппарат приготовил. Дим, брокколи неизбежно надо кушать. Держи. Только для зрителей канала «Посуда Март». У меня сготовились, а у тебя? А у меня брокколи. Прекрасно. И они готовы. А сердечко, наверное, самое ожидаемое. Приятное. Ну и выглядит аппетитнее всего. По-моему, хорошо. Замечательно. Ну что, друзья, наш завтрак с Дмитрием удался. Надеюсь, что и вы теперь не будете забывать завтракать. Ведь еще раз скажу, что завтрак – это энергия на целый день. Это топливо нашему организму. Хотелось бы еще добавить, что не тратьте свое время, стоя у плиты, занимайтесь своими делами, готовьте свои любимые вкусные завтраки благодаря замечательным технологиям современного времени. И спасибо большое нашей Елене за то, что она нас так вкусно накормила. Друзья, а мы благодарим за компанию Дмитрия Маханика, эксперта в области бытовой техники компании Comfort Max, за участие в сегодняшнем
сегодняшнем завтраке. А на сегодня это все новости из мира посуды. Готовьте с удовольствием. Не забывайте подписываться, ставить лайки, звонить в колокольчик и обязательно пишите мне ваши комментарии. Уникальную посуду для решения любой кулинарной задачи можно приобрести в интернет-магазине «Посуда Март» или прийти, подержать в руках и лично убедиться в качестве в нашем магазине «Посуда Март». Адрес магазина, как и рецепты, которые мы использовали в ролике, в описании ролика. До новых встреч!